Состоялось профориентационное мероприятие для группы школьников Центра одаренных детей Махачкалы в Каспийский завод листового стекла. Организатор ознакомительного выезда – Республиканский молодежный центр занятости «Успех» Минтруда Республики. Цель – оказать содействие в профессиональном самоопределении. Вначале руководитель предприятия Игорь Кремер рассказал ребятам о заводе и какие специальности сегодня востребованы. После официальной части школьники прошли технику безопасности в специализированном учебном классе завода и направились на территорию производственной части, где стали свидетелями процесса изготовления стекла. Напомним, профориентационные мероприятия продолжаются по 21 апреля в центрах занятости в муниципальных районах и городских округах республики. Проходит декада таких встреч в рамках приоритетного проекта «Человеческий капитал. Профессиональный компас 2017» для учащихся выпускных классов общеобразовательных организаций.